Показать вам ужаснейшую дорогу. Именно трасса Астана-Караганда. Вот 20 км в час нельзя превышать, потому что стоят гаишники. Очень плохая здесь дорога, поэтому если у вас есть возможность, то лучше на машине не едьте. Всем привет-привет! Мы сейчас в Астане. Идем на набережную. Очень здесь все красиво. Астана — это молодой город. Столица Казахстана. Раньше столицей была Алмата. Вообще у нас говорят, что две столицы — Алматы и Астана. Приехали на Байтерек. Байтерек — это монумент. Я не знаю, мы поднимемся туда вовнутрь или нет. Вообще, как бы туда можно подняться. Байтерек стоит 500 тенге, но здесь очередь. Все стоят, ждут кассира. Кассира нет уже, наверное, минут 15, чтобы купить билеты. Здесь нужно два раза поставить в очереди. Один раз, чтобы купить билеты, а второй раз, чтобы на лифте подняться. Вот лифт. Воздух, конечно, здесь намного чище, чем в Алмате, потому что постоянно дует ветер, продувает. Погода, конечно, здесь суровее. Например, зимой здесь температура доходит до 40 градусов, и летом, короче, очень жарко. Вот 7 числа как раз будет день рождения столицы, день рождения Астаны, но мы не успеваем, как раз в это время уедем отсюда. Левый берег здесь красивый, но правый, он, конечно, не очень красивый, потому что там все старое. В основном вся красота на левом берегу. Если вы приедете в Астану, захотите погулять по самым таким красивым местам, то вам достаточно просто подъехать к Хан-Шатыру, вон он, пешочком пройтись от Хан-Шатыра до здания правительства, до Байтерека, все в одном месте. Вот мы и приближаемся к знаменитому Хан-Шатыру. Это такой большой торговый центр, очень красивый. И сейчас я иду по не менее знаменитому переход. Этот переход было выделено 10 миллионов долларов на его строительство. Получить визу в Японию, нужно ехать в Астану. Меня пригласили на открытие Love Republic. Азиапарки открывают сегодня. Вот как раз туда иду я сейчас. Ну вот как раз поедем и за визами, и на открытие. И думаю, ну как раз вот и встретимся с подписчиками. Если у меня есть время, если у меня есть возможность, я обязательно встречаюсь с девочками, с подписчиками в каком-либо городе, куда я приезжаю. Вот мы и встретились с девчонками. Сейчас едем на открытие Love Republic. Встретились с Алтынай, с Юлей. Юля, сейчас идем открываться. Сейчас мы в магазине, рассматриваем пока здесь все вещи. Очень красивые, кстати, вещи. Это питерский бренд. Красивые у них такие вещи. Сейчас будем фототься в этих вещах. Пофотаемся. Кстати, было бы неплохо снять аутфит с этими вещами. Кстати, вот такой у нас сегодня аутфит. Бордовое платье, бордовая помада с пояском. Мои любимые босоножки заровские. А сумка вот такая еще. Вот сейчас набрала вещей. Буду мерить их и снимать что-нибудь в аутфитике.
перебазировались из бутика наверх, здесь кафе. А, ну здесь фастфуд, да. Я потихоньку здесь всех встречаю. Привет, привет. Привет. Сейчас я вам покажу всех девчонок, которые пришли на встречу. Вот все, встреча закончилась, я очень устала опять. Это, знаете, уже переходит в привычку. Мне очень нравится со всеми с вами знакомиться вживую, да, наконец-то вы меня видите, я вас вижу. Находим какие-то общие темы, это очень клево. И спасибо всем вам, кто пришел на эту встречу, спасибо, кто приходил на встречу в Алматы, приходил на встречу в Москве, в Санкт-Петербурге. И сейчас в Астане встреча прошла тоже прекрасно просто. Мне опять надарили кучу разных подарков, и мы сегодня как раз с девчонками обсуждали эту тему, что кто-то под видео написал мне, что я специально устраиваю встречи, чтобы мне дарили подарки, но на самом деле это очень глупо, и если кто-то так считает, то я вам хочу сказать, что вы просто не правы, потому что если вы могли так подумать, то это просто значит, что вы просто не смотрите мой канал, вы меня не знаете как человека, да, как нормального, адекватного человека, и просто вот вам палец вниз. И у меня вот такой прекрасный вид из окна, сейчас еще как бы 7 часов вечера, не так уж и темно, вот посмотрите. Подарки я еще не открывала, и вот буквально вместе с вами сейчас мы будем смотреть, что мне девчонки надарили. Ну, опять очень много подарков, ну, давайте смотреть. Так, начнем вот сразу с самого начала. Подарили вот такой пакет, я даже не знаю, если честно, что это. О, это уже какая-то маска для лица, как интересно. Я не знаю вообще, что это за маска, IQ, буду читать. А, это увлажняющая маска с экстрактором морской воды. Очень интересно, тут написано, как пользоваться, ля-ля-ля. Буду обязательно пробовать, спасибо огромное. Если кто-нибудь пробовал, то напишите обязательно, девчонки. Это тоже, а, вот это тоже такая же фирма, да. Тоже маска, успокаивающая маска для зоны вокруг глаз с коллагеном. Как интересно. Я даже, если честно, ни разу не встречала такой бренд. Так, ой, конфет. Спасибо большое. Сейчас буду как раз их кушать, потому что я опять проголодалась. Это крем для тела Holiday Traditional. Спасибо огромное. У меня как раз мой закончился кремик. И сейчас буду пробовать запах. Какой запах. Ой, как приятно пахнет. Такой, знаете, ненавязчивый. Какой-то сладенький. А, это Candy Apple. Сладкое яблочко. Круто, спасибо большое. Ой, шоколадка. Все мы следим за фигурой, поэтому, ну, как раз, в принципе, горький шоколад. И эти тоже конфеты горький шоколад. Горький шоколад можно, я себе не отказываю в этом. Так, по очереди. Теперь опять одной рукой открываю. Зубами еще, зубами. Сережки, по-моему, это. Боже мой. Вот это красота, посмотрите, еще зеленый, под цвет глаз, какая красота. Спасибо, девчонки, вы меня реально балуете, вы меня все балуете, спасибо огромное. Тоже сережки, какие вы молодцы, я теперь знаю, что мне надеть. О, это такие стильные, посмотрите, стильные сережки тоже. Ой, классно, прям такие, ой, стиляшные, как я люблю в моем стиле, эти такие шикарные на вечер. А это вот именно такой, под какой-нибудь определенный стиль уличный. Ой, я люблю тебя, Мин, как мило. Это желе, девчонки. Я люблю тебя даже больше, чем море. Синее небо, музыку, путешествия, кофе, шоколад, футбол, хоккей, свою машину, роллы, Биг Мак, новый iPhone. Ой, Твиттер, Фейсбук и Гугл вместе взятые больше, чем Ромео любит Джульетту. Ну, девочки, я сейчас буду плакать. Я прям не могу, как трогательно. Спасибо вам большое. Здесь записка, записка. Мой любимый фэшн-блогер Жанна Гейн. Люблю вас, спасибо за ваши видео. Воротник ручной работы от Асем. Асем? Спасибо тебе большое. Как красиво, посмотрите, девочки, всегда поражалась талантливым людям, да? Как вы все умеете это делать, потому что для меня это просто загадка. Вот такой сверток. Ой, боже, опять рисую, девчонки.
секунд. Я не могу. Как его расправить? Посмотрите, девочки, похоже. Блин, какие вы молодцы, талантливые, посмотрите. Вот. Здравствуйте, я рада, что нашу страну представляют такие замечательные видеоблогеры, как вы, Женя. Желаю вам успехов во всем по скрипту. Старалась нарисовать хоть капельку похожую на вас. Надеюсь, понравится. С любовью, Асель, город Астана, 2014 год, 28. Так приятно. Спасибо тебе огромное, Асель. Мне очень понравилось. Очень похоже. Ты молодец. Ты талант. Ты талант большой. Вот, вот такое колечко тоже кто-то подарил. Девчонки, напишите обязательно, кто что дарил, потому что мне я хочу вам сказать еще раз спасибо, потому что очень мне приятно. Вот, да, цветы мне тоже принесла девушка. Очень приятно. Так, вот еще пакетик. Слизики, там еще что-то. А, это вот handmade аксессуары by Жанара Камал. Ничего себе, тут целая визитка. Девушка, видно, сама делает. Побольшое, посмотрите, здесь Happy, она сама все сделала. Вот я, кстати, сейчас... Кстати, вот я сегодня была в браслете тоже. Одна из вас мне подарила, девушка, подписчица. Очень приятно, очень красивый браслет. Вот, кстати, вторую, они так гармонично друг с другом сочетаются. А здесь love, любовь. Так, следующее, что подарили, это мне вот такие красивейшие сережечки. Посмотрите тоже, как все красиво. А вот, кстати, мне подарили юрту, она кожаная. Это, по-моему, сундучок какой-то, нужно его открыть. Да, это шкатулочка, посмотрите. Боже, а что это? Это, по-моему, ручной работы тоже, что-то в казахском стиле. Такое национальное, кожаное. Это браслет, по-моему, на руку. Вот, посмотрите, это браслет тоже handmade, по-моему, в казахском таком стиле, орнамент. Очень тоже прикольно, красиво. Тоже, вот еще спрятался браслет, посмотрите. Это настоящая кожа, ничего себе. Это вот, кстати, наш национальный орнамент казахстанский. Казахстанский орнамент очень красивый. Я сейчас одной рукой не смогу застегнуть, я надену сейчас обязательно. Обалдеть. Ой. Посмотрите, это же Астана. Мы завтра сюда поедем, Байтерек. Это, да, Астана. Спасибо огромное. Молодцы. Прям патриоты. И здесь вот Валентинка. Можно назову Валентинкой? Женя от Ильданы, город Астана. И подруг из города Жаркента, которые не смогли приехать. Мы вас любим. Девочки, я вас тоже всех очень люблю. О, это, кстати, вот это очень классная помада, у меня есть другой только оттенок, потемнее, а этот, видите, немножко посветлее, фуксия, как раз то, что я люблю, это матовая вельветовая помада Rouge Edition от Bourjois, спасибо огромное, и ой, лак точно такого же оттенка OPI, ну вообще круто, девчонки, блин, вот такие дорогие подарки делаете, опять мне неудобно, опять сейчас будут писать, что я с вами встречаюсь из-за подарков, все, я попрошу вас больше ничего дорогого мне не дарите, и что я буду ругаться. Все.